Это видео, которое в начале мая транслировали практически все телеканалы и тиражировали социальные сети, в прямом смысле этого слова шокировало людей. Женщина, сжав ладошки своих двоих дочерей, 60 лет, прыгает на рельсы. ЧП произошло на станции метро 23 августа. Трагедии удалось избежать только благодаря умелым и своевременным действиям машиниста, который применил экстренное торможение. И мать, и двух девочек из-под вагона достали спасатели. Малышки отделались царапинами и испугом. В прокуратуре открыли уголовное производство по статье по «Попытка убийства», но предупредили, если женщину признают невменяемой, ей будет грозить не тюрьма, а больница. По данным родственников, женщина хоть и не была лишена родительских прав, но действительно имела психическое заболевание. В тот день она забрала обеих дочерей раньше из школы и садика, но вместо обещанного парка Горького привела в метро. Экспертиза, назначенная в рамках уголовного производства, подтвердила первоначальную версию прокуратуры. В рамках якого было призначено судово-психіатричну экспертизу, яка дала нам результати, що ця жінка, що до неї мають бути застосовані заходи медичного характеру. На основі цієї експертизи прокуратура звернулася до суду, і жінці змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на тримання у спеціалізованому психіатричному медичному закладі. І крім того, прокуратура подала вже до суду клопотання про застосування до цієї жінки примусового лікування замість кримінальної відповідальності. Рішення о принудительному ліченні должен буде прийняти суд. В этом случае каждые полгода спеціальна комісія буде давати ответ, нужно ли його продовжувати, или женщина уже не представляет опасности для себя и окружающих и может находиться в социуме. Кроме того, в прокуратуре надеются, что заключение о ее невменяемости ляжет в основу решения о лишении родительских прав. Марина Николаева, агентство телевидения «Новости».